Меня зовут Леонид Школьник, я автор и ведущий этого шоу, и это только начало. Друзья, самый титулованный в мире горнолыжник Марк Жирарделли представлял Люксембург, страну, в которой нет гор. Мы выходим в стране, в которой есть все, даже одно очень интересное юмористическое шоу с элементами импровизации. Добрый вечер, Убойная лига! Когда вводишь в Яндексе имена этих людей, он сначала выдает картинку Любови Успенской, а потом списывает с твоего счета 5000 рублей. Потому что на них всегда любо-дорого посмотреть. Наши уважаемые судьи. Когда этот человек поет в душе, кафельная плитка отваливается и падает к его ногам. И не потому, что он берет высокие ноты, а из уважения. Заслуженный, перезаслуженный певец и артист. Александр Буйнов. Прямиком из Лаоса к нам. Если ваш муж ушел от вас, продолжайте веселиться и радоваться, и, может быть, через какое-то время будете выглядеть так же хорошо, как и она. Популярная телеведущая Лера Кудрявцева, клуб бывших жен, канал ТНТ. Если бы этот человек работал плавруком, то он бы спасал только тех, кто очень смешно тонет. Как, в общем, делают все нормальные анапские плавруки. Председатель нашего жюри Михаил Марфин. Они могут заполучить любую женщину. Ну, это, конечно, если нападут всем скопом. Наши гладиаторы, встречайте. Трио «Три сестры». Самара, Зеленоград. Денис. Слава. «Три сестры». Да. Дядя Витя, Москва. Бабанов Шоу, Санкт-Петербург, Одесса. Здравствуйте, друзья! Здравствуйте! Эд и Коваленко, Киев. А чё? Здравствуйте. Кос и Ирка, Воронеж, Нижний Новгород. Привет! Дуэт «Быдло», Санкт-Петербург. Ставки сделаны, господа. Здравствуйте. Ставок больше нет. Как всегда, в первом раунде мы формируем общий призовой фонд, за который наши участники будут бороться до конца шоу. Мы начинаем первый раунд. На сцену поднимается трио «Три сестры». Добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. Давай, объяви пока. Театральное трио «Три сестры» представляет театральную постановку по одноименной пьесе Оскара Уальда «Идеальный муж». Дорогая, я дома. Это мой муж. Муж пришел? Это мой муж. Прячься, прячься. Куда? Куда же спрятаться? Прячься в шкаф. Олег? А я-то думаю, почему он не звонит? Прячься в холодильник. Холодильник. Консол. Все. Дорогая, я ухожу из театра. Я бездарь. Я голодный бездарь. Нет, нет. Талант должен быть голодным. У меня нет таланта. И... Добрый вечер. Я муза. Я твоя муза. А почему в холодильнике? Ну, чтобы идеи оставались свежими. А почему голый? Количество ответов ограничено. Побереги вопросы. Как вас зовут? Серафим. Очень рад. Очень рад. Можно я войду? Ну, в смысле, выйду. А, да, конечно. Где мои манеры? Прошу вас, присаживайтесь. Спасибо. Неужели меня посетила муза? Мне нужно выпить. Будете? А вы же не пьете.
Мне столько у вас нужно спросить, столько вопросов. Конечно. Скажите, у меня не получается монолог Гамлета. В чем там проблема? А, напомните. Быть или не быть, вот в чем вопрос. Достойно ли смиряться пред ударами судьбы, или должно оказать сопротивление и в целой море бед покончить с этим, умереть, забыться? Ну, проблема тут одна. В рифме. Конечно же. Я не бездарь, Шекспир бездарь. Я был прав. Я был прав. Ух, режиссеришка, так бы взял нож. Что? Я говорю, мне надо нож. Моя резать хлеб. Еще есть вопрос. Да-да-да. Меня терзают сомнения между школой проживания и школой представления. Ага. Как правильно сказать фразу «Красная шапочка, я тебя съем» или «Красная шапочка, я тебя съем»? Мне кажется, лучше сказать «Господин режиссер, дайте мне нормальную роль». Конечно. Я написал пьесу. А? Сейчас я ее покажу. Уходи, уходи. Куда? Куда? Быстрее, прыгай в окно. Так 60-й этаж. Ну, так ты ж у меня везунчик. Меня ж ты встретил. Жена! Что это за мужские вещи в нашей спальне? А это я тебе связала. Ты связала мне джинсы и кожаную куртку? Знаешь что? Не надо со мной так разговаривать. Не нравится тебе, тогда что я делаю? Выброшу это все вот на пустой стул. И уйду. Мне не нужны твои подачки. Возьму эти вещи и выкину их в окно. Паспорт! Что? Паспорт. Пароль. Тебе нужно найти ключ к роли. Я понимаю твой иносказательный срок. Да. Конечно же, конечно, ключ. Я, наверное, пойду все. Да, конечно, да. Всего доброго. Спасибо вам огромное. До свидания. Спасибо. До свидания. Куда же вы? А что? Ах, да. Холодильник. Жена, сегодня меня посетила муза. Хочу, чтобы она чаще ко мне приходила. Ну, это я могу тебе устроить. Я знаю, шлюха. Привет, три сестры. Большое спасибо. Благодаря тому, что ребята начали выступать в трио, к Диме и Славе чаще подходят на улице и спрашивают телефон Косякова. Сколько денег мы дадим за перформанс? К нам пришла муза и сказала нам... 24. Спасибо. Мы привыкли. Банки 24 тысячи на сцене дядя Витя. Добрый вечер. Меня зовут дядя Витя. Марфин. Мое почтение. Неплохо выглядишь. Надеюсь, надолго. Значит так, часто смотрю это шоу и не понимаю, почему с Марфином всегда сидят двое. Звезда и непонятно кто. Ты, металюга. Это я знаю. В веселых ребятах, да, участвовал? Похлопайте ему. А? Знакомые звуки? Сейчас, небось, аплодисменты в твоем присутствии звучат только, когда самолет идет на посадку, да? Звуки знакомы и запах со сцены тоже. Да, это же Ванше. Кто с тобой сидит? Это где-то видел. В Евросети не работаешь? Чем занимаешься? Чем ты занята? Где заработала на такую майку? Значит так, вот ты, да, да, ты, иди сюда, да, ты, думаешь, я косоглазый, встань, не ко мне, вот сюда, скажи привет, что, сложно? Значит так. Чем занимаешься? Я бы ответил разок, посмотрел, что будет. А после представления «Звезда» и непонятно кто, то занимаюсь тем, что сейчас смотрю на вас. Нацепив беретку, ты еще не художник. А нацепив туфли, ты все еще танцор. Будем играть.
Как вас зовут? Ну да, да, вас, вас, вас. Меня, да? Да. А, Лера. Лера. А вас? Дядя Витя. Очень приятно, дядя Витя. Мне тоже очень приятно. Выбирайте животное. Овца. Корова. Страус. Какую бумажку? Я думаю, для вас больше подойдет овца. Выбор сделан. Ваша задача – показать овцу. А, друзья мои, посмотрите в центр сцены. Облом, да? Похоже. Дядя Витя – интересный персонаж. По воскресеньям. Всем до свидания. Говорят, так выглядят все, кто участвует в государственной программе по защите свидетелей. Мне даже страшно спросить, есть смысл спрашивать о деньгах? Честно говоря, я, если бы со мной рядом не сидели такие замечательные мужчины, не дала бы ничего. Но ребята меня успокоили, сказали, что ему все-таки нужно дать на лекарство, поэтому 24. 48 тысяч банки на сцене Бабанов шоу. Добрый вечер, друзья. Здравствуйте. Здравствуйте. Я вижу, что они готовы. Бабанов шоу. Принесите вискаря. Бабанов шоу. В конце все-таки вытянул. Здравствуйте, друзья. Здравствуйте. С вами Бабанов шоу. Я Кирилл Бабанов. За гитарой Александр Родовский. Вместе со мной в гостях Евгений Воронецкий. Я Кирилл Бабанов. Итак. Что за вопрос на лице нарисован у вас, Евгений? Давно хотел вас спросить. А, вот стоят на сцене люди. Быстрее, Евгений, да? Господин Родовский. Так. Господин Воронецкий. Так. И какой-то Бабанов почему-то ими командует. А. Когда между двумя мужчинами возникает конфликт... Есть только один способ его решить. Это дуэль! Сходимся. Правила дуэли очень просты. Первый, кто тнет пальцем... А-а-а! Тот ты выиграл, черт возьми! А, Евгений! Да! Да! Евгений, вы когда-нибудь заправляли мопед 98-м бензином? Естественно! Ну тогда добро пожаловать в рубрику «Дешевый понт» в Бабанов шоу! Дешевый понт, все очень просто. Вы должны будете вычленить из массовки любую девушку и с помощью своей энергетики либо соблазнить ее, либо довести до слез. Как будет проще? Выбирайте. Предлагаю вот эту пьяненькую, чтобы было попроще. Да не, это стопудовый вариант, оставим на вечер. Давай что-то другое. Давай, давай вот эту. Как хотите, начинайте. Давай, давай. Привет, пупс. Привет, заяц. Привет, белка. Привет, бобер! Привет, енот! Привет, привет, привет! Поехали ко мне в номер! Я отвезу тебя на крутом блестящем лифте! А? Хочешь? Я куплю тебе клипсы со смайликами! М? А потом ты, как Александр Матросов, бросишься на мою амбразуру и совершишь один! А если повезет, то и два подвига! Потом мы закажем в номер спаржу! Ты любишь спаржу? Мы будем макать ее в этот, как его, расплавленный сыр? Фондю. Ты любишь фондю? Будет все, что ты захочешь. А хочешь, давай не будем ехать ко мне, давай поедем к тебе. Что у тебя есть? Ничего? А мне ничего не надо. А может, вообще никуда не поедем? Слышишь? Да кто ты такая, чтобы мной командовать? А? Чё ты вообще пришла? Чё ты хочешь, что ты здесь вынюхиваешь? Евгений, 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 что ты задаёшь вопросы? Кто твои родители? Чем ты здесь занимаешься? Что ты базаришь? Знаете что, девушка, не умеете себя контролировать? Не надо приходить на нашу программу. Она плачет? Нет. Не дожали. Слава богу, есть пьяненькая. Послушайте, Кирилл, вы так эти выдумываете вот эти рубрики, знаешь, взял и придумал. Я сам могу вот эти вот рубрики создавать, между прочим. Евгений, все, к вашим рукам. Попытайтесь, попробуйте. Хорошо. Давайте, упадите хорошо в грязь лицом. Хорошо. Давайте. Рубрика «Объясни ногой». Что я должен делать, Евгений? Задайте мне любой вопрос. Евгений, какова у вас была оценка средняя в школе?
4! Прекрасно! Мне кажется, вы справились. Мне кажется, вы справились, а тем временем реклама в Бабанов Шоу. Спонсор Бабанов Шоу – финские камни для сауны Каамни. Финские камни для сауны Каамни – это не только замечательный запах карельской сосны, но и плотность камня до 24 грамм на квадратный сантиметр, а теплопроводность в 300 килоджоулей гарантирует вам от 4 до 6. Пса, хорошо, пошло в минуту. Финские камни для сауны Каамни. Только для профессионального. Ча, хорошо, пошло. Я устал рекламировать всякую ерунду. И за что? За 720 рублей в секунду. Ну это же ужас. Послушайте меня, Кирилл, если у вас есть хоть капля сострадания, так. Или вы, может быть, хоть раз в жизни шпилили азиатку, я надеюсь, вы меня поймете. Говорите. Я хотел бы повторить рубрику «Объясни ногой». Прекрасно, Евгений! Все, к вашим услугам, что мне делать, задавать вопросы? Да. Поехали. Итак, главная мать в карточной игре. Бубна. Так, ваша любимая геометрическая фигура. Почти круг. Прекрасно, решите математический пример. 4 плюс 4 равно 8. Гениально! Ну а чем же заканчивается Бабанов Шоу, черт возьми? Все очень просто. Бабанов Шоу! Бабанов Шоу! Принесите вискаря, Бабанов Шоу! Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу! Спасибо! С вами было Бабанов Шоу, увидимся! Бабанов Шоу, мы предлагали его всем, но ни один канал так и не купил. Давайте дадим ребятам денег. Даем ребят 24 для разгона. Банки 72 тысячи на сцене Эд и Коваленко. Витя, здравствуйте, друзья. У нас, в принципе, как всегда, фантазии. Разговор учителя с отцом. Ваши аплодисменты. Здравствуйте. Здрасте. Здрасте. Вы отец Егорова. Да. Прекрасно, да, прекрасно. Его. Я как раз вот смотрю домашнее его задание, это прекрасно. Угу. Я сразу, как учитель по литературе, Михаил Сергеевич, да, я вот хочу поговорить по поводу его фантазии. Да, что он сказал, что я заставляю барыжить травой? Да нет. Нет, это клевета. Я не об этом. Просто нет, вот не недавно этом? На нашем уроке я попросил сделать какие-то там четверостишие, двухстишие, придумать. А этот баран не справился. Нет, справился. Даже более того, придумал. Смотрите. Ну. Вот красными буквами написал, смотрите. Вот, о девочке, живущей в соседнем подъезде. Красиво. Ее чпокал весь район. Да. Даже бомж и почтальон, а? Хорошая рифма, район, почтальон. Хотя согласен, здесь перегиб. Перегиб, да? Но не удивлюсь, если это правда. Да не в этом дело, какая а в чем правда? Дело? Что? Я говорю, ненормально в 14 лет такие стихи писать. Господи, а в 18 со всем районом чпокаться нормально? Какое будущее у нее, а? Так. Этому детей нужно учить, да? Знаете, мне кажется, мы вообще не понимаем друг друга. Вы сами по-любому, что он написал. Что? Я не знаю, но остальные дети пишут про солнышко, про травку, про животных. Ну вот и у моего. Про животных есть. Что там? Про кота. Ну? Называется «Кот в сапоге». Подожди, «Кот в сапогах». Не-не-не, в одном. «Кот в сапоге», вот видите? Котенок Рыжуля родился в июне. Рос, становился красивым котом. А кто-то не выключил мясорубку на кухне. Кот в сапоге и чуть-чуть под столом. Нормально? А вот мне что-то это перестает нравиться. Ух ты, еще это вдруг! А? Хрен с ним, когда он мои стихи за свои выдавал. Но бабкин стих про кота тырить не позволю. Поговорим с тобой дома. Это фантазии. Эд! Коваленко. Спасибо. Это Коваленко. Метросексуал и гигантосексуал. Сколько денег дадим ребятам за творчество? Дадим ребятам 36. Да! Пошли деньжище. В банке 108 тысяч на сцене Кос и Ирка. Здравствуйте. Добрый вечер. Придумывать ничего не будем без объявления. Так, дорогой, на возьми. Я перечитала наш брачный контракт. Меня много не устраивает. В случае развода я не получаю ничего. Для меня это развод двойной получается. Да ладно. Вот, смотри. В случае развода жена получает квартиру, дачу и машину. Да, только поэтому...
этому долбанному контракту жена — это ты. А ты что, хочешь на развод подать, что ли? Да, хочу. Потому что ты много не выполнял. Например? Ну вот, смотри. Вот, например. Муж обязан возить жену за границу хотя бы раз в год. Ну, мы же в этом году были в Турции. Слышь, если бы мы на катамаранах шторм под Ялтой не попали, хрен бы мы побывали в Турции. Ты тоже многое нарушала. Вот смотри, у нас секс должен быть 3 раза в день. Не было же? Не знаю, у меня было, ты что-то подотстал. А вот, ты по договору обязана гулять с нашей собакой 3 раза в день. У нас нет собаки. Вот именно, с кем ты 3 раза в день гуляешь, а? Неважно. Так, дальше, по договору. Ты должна приносить каждое утро кофе в постель. Ты не всегда приносила. Слышь, если бы ты мне давал точный адрес постели, приносила бы. Дальше, вот смотри. В случае смерти тещи муж обязан построить дачу. Ну тут ты молодец, раньше времени справился. Я просто надеялся, что пункты в обратном направлении работают. Понятно. Ладно, давай дальше. Жена обязана отводить детей в садик, а муж забирать. У нас вообще-то нет детей. Если б ты забирал, были бы. Вот, хороший пункт. По договору ты должна говорить хотя бы раз в месяц, что я самый умный, красивый и лучший мужчина на свете. Да пошел ты в жопу, самый умный, красивый и лучший мужчина на свете. Хоть бы раз формулировку поменяла, блин. А вот это что за пункт? Муж имеет право окунать жену в борщ правым ухом в случае, если он невкусный. А иногда и в случае, если вкусный. Это что за пункт вообще? А я тебе говорил, читать документы надо, прежде чем подписываешь. Тогда все, развод. Я ухожу. Ты понимаешь, что по этому контракту ты ничего не получишь? Да мне плевать, ничего мне от тебя не надо, понял? Слушай, я сейчас только что подумал, а зачем мы подписали этот контракт? Мы что, не доверяем друг другу, что ли? Понимаешь, что недоверие — это первый шаг к нелюбви. А нелюбовь — это что? Это все сразу развод, один вывод. Я люблю тебя, я люблю тебя. Все, контракт аннулирован. Почему? Ну вот, пункт. В случае, если муж показывает бездарные актерские этюды, контракт аннулирован. Читать надо документы, прежде чем подписывать. Спасибо, спасибо. По Фрейду мужчины шутят, чтобы завоевать женщин, а женщины шутят, чтобы заработать денег. Сколько в нашем случае скажет жюри? Хороший дуэт, но все же 24. Банки 132 тысячи на сцене, дуэт «Быдло». Здрасте. Здравствуйте. Добрый вечер. Ближе. Миниатюра интервью. Здравствуйте, дорогие друзья. В эфире передача «Садовая жизнь». И у нас сегодня в гостях человек, которого мы очень долго ждали в нашей передаче. Если честно, я очень волновался перед этой встречей, потому что человек действительно специалист в своей области. Я более 2 месяцев изучал специализированную литературу, я просматривал видеоматериалы, общался с другими специалистами в этой области. И надеюсь, что багаж знаний, полученный мною, позволит состояться интересному диалогу. Итак, у нас в гостях человек, который имеет ученую степень в области пчеловодства. Автор 20 книг, таких как «Ловля роев» по системе Зыкина, «Пчела — это не оса», главный редактор журнала «Хоботок», также сценарист и режиссер совместного русско-английского фильма «Religion of Honey», являлся консультантом при создании мультфильма «Пчела Майя». Именно он предложил внести в мультсериал образ госпожи Кассандры. Итак, у нас в гостях Семен Иванович Зыкин. И сегодня мы поговорим о пчеловодстве. Семен Иванович, здравствуйте. Скажите, что для вас пчеловодство? Ничего. То есть? Это не я. Я не Зыкин, вы ошиблись. Скажите, а на своей пасеке вы используете рамочные или линеечные ульи? Какие не использую, у меня нет пасеки. У
Но наверняка за свою карьеру вы сталкивались с такой проблемой, как гнилец. Это болезнь пчелы, например, американский гнилец. Расскажите, как вы боретесь с этой проблемой? Никак. Это ошибка, видимо, какая-то. Просто ошибка. Никак. Меня интересует такое понятие, как мешочатый расплод. Скажите, действительно ли это серьезно? Возможно. Но я не знаю. Понимаете, ошибка. Возможно, передача о пчелах будет сниматься чуть позже, понимаете? А я спортсмен. Вы спортсмен? Да. То есть вы разводите спортсменов? Да, подождите, никого не разводите. Я тренер по водному поло. Тренер? Тренер, да. То есть своего рода вы матка Роя. Вы матка Роя, уважаемые телезрители, тем интереснее. Мы знаем информацию от первого лица. Скажите, действительно, когда вы узнаете о каких-то соревнованиях, вы приходите к своим спортсменам, они сидят по кругу в комнате, вы ходите по кругу, совершая определенного рода танец. И по траектории движений спортсмены понимают, как далеко находятся соревнования и каковы их шансы. А спортсменов каким образом вы готовите к зиме? Вы кормите их сахарным сиропом? Нет. А, скажите, вы когда встречаетесь с соперником, каждый спортсмен забивает гол. То есть своего рода вы жалите соперника, да? То есть за всю свою жизнь спортсмен может забить только один гол. Вы, наверное, очень много спортсменов потеряли, да, за свою карьеру? Слушайте, у меня в команде 20 спортсменов. Все живы-здоровы. И каждый из них как минимум 10 голов за свою карьеру забил. Так вы осы. Вы осы, да? Какие осы? Мы пчелы. Ага. Да что, ага. Мы воронежские пчелы. Так называется наша команда. А мы так, мы люди. Сейчас мы проверим, какие вы люди. Скажите, вот у вас есть капитан в команде? Да, есть. Есть капитан. Вы меняете капитанов иногда? Иногда. А вот если я ошибаюсь, поправьте меня. Когда спортсмен, который претендует на роль нового капитана, решает, что он действительно готов, он убегает в лес и садится на дерево. Остальные спортсмены, которые видят в нем лидера, бегут за ним, садятся и облепляют его. Старого капитана вы хватаете, сажаете в мешок и выкидываете. Тут нужно быть очень внимательным, потому что вам нужно найти облепленного капитана своими друзьями. На это у вас примерно час, потому что если за час их не найти, они могут разбежаться. Вы подходите, стряхиваете их с дерева в коробку и выкидываете в бассейн. Ну тут все верно, да. Такие традиции нашего клуба. Но это единственное совпадение, понимаете? Я вообще не понимаю, что вы несете. Какие пчелы? Я пчел боюсь. Меня одна пчела в задницу укусила, я чуть не сдох. Я вообще не понимаю пчел. Я не знаю их повадок, понимаете? Ничего не понимаю. Что? Архангельск? Полуфинал? Вылетаю. Да ничего страшного. Спасибо. Новые звезды канала National Geographic. Дуэт «Быдло». Сколько денег дадим пчеловодам? Решили 36. Спасибо. Банки 168 тысяч. С этим результатом мы заканчиваем первый раунд. Увидимся после рекламы. Убойка на ТНТ. Оставайтесь с нами. По стране 15 тысяч рублей. Мы за одну хорошую шутку обещаем 28. Так что пишите и выигрывайте, и валите из своего банка. Пусть себе ищут другого директора. Друзья, я приглашаю участников на сцену. Уважаемые телезрители, если хотите, чтобы ваша шутка прозвучала у нас в программе, ознакомьтесь с правилами на форуме сайта ТНТ. tnt.defis.tv.ru в разделе «Убойная лига». Все о шутках для второго раунда. Большое вам спасибо. Мы начинаем второй раунд. Уважаемые судьи, первый ответ идет в зачет, все остальные для настроения. И мы начнем с первого письма, которое нам прислал Хачубаб. Вот что пишет Хачубаб. В московском зоопарке бастуют животные. Хотя бы отметьте хотя бы ночные посещения. Слово «сос». Денис Косяков против Хачубаба. Это будет страшная битва. В московском зоопарке бастуют животные. Больше всех страдают черепахи, ими стучат по рельсам.
В московском зоопарке бастуют животные. Ну как бастуют? Из удава кто-то сос выложил, раздули сразу. Бастуют. В московском зоопарке бастуют животные. Дикобразы требуют себе новый стайл. Новый стайл. Ну что ж. В московском зоопарке бастуют животные. Еще бы, в зоопарке запрещена видеосъемка, а им нужны эфиры. А вот что нам пишет телезритель. В московском зоопарке бастуют животные. Павлины не согласны с тем, что их ощипали по подозрению в подготовке гей-парада. Пам-пам. Ну, я думаю, что мы, конечно же, оставляем деньги у ребят. 168 тысяч рублей в банке. Следующий вопрос пришел к нам от Черкули. Вот что пишет нам Черкуля. Вероятность встретить глухого продавца существенно возрастает. Можно я задам вопрос? Я готов рискнуть их деньгами. Прекрасно. Вероятность встретить глухого продавца существенно возрастает. Когда ты забыл сдачу? Я забыл сдачу. А? Вероятность встретить глухого продавца существенно возрастает. В том случае, когда в магазин заходит дядя Витя. Вероятность встретить глухого продавца существенно возрастает. Если это магазин «Мир глухих» в Сокольниках. Эй! Вот что пишет нам Черкуля. Вероятность встретить глухого продавца существенно возрастает, когда ты покупаешь в аптеке мазь от геморроя. Александр, прошу вас. Отвечали адекватно, отвечали здорово. И самый клевый ответ был про сдачу. Остаются здесь бабки. Испугался! В банке 168 тысяч. Третье письмо пришло к нам от Чука и Гека. Когда в новостях объявят о конце света... Когда в новостях объявят о конце света... Я отдам дяде Вите. Просто скажите спасибо. А я не возьму. Не успею. Если бы ты сказала «ты», ты бы провела эти две секунды последние неплохо. Было бы о чем там рассказать. Смейся, смейся. Когда в новостях объявят о конце света... Это будет бегущая строка. Ну, чтобы не наводить особой паники. На фоне наших достижений в сельском хозяйстве и приросте ВВП. Когда в новостях объявят о конце света... Ну, это наверняка будет НТВ. Когда в новостях объявят о конце света... После этого все равно пойдет Дом 2. Дядя Витя хедлайнер. Первый ответ давала Ирка. А вот что пишут Чук и Гек. Когда в новостях объявят о конце света, тысячи американцев выйдут на улицы, чтобы заснять происходящее. Деньги остаются в банке. Деньги остаются в банке. 168 тысяч в банке. Пишет нам Юля Жданова. В России прошел неофициальный конкурс на лучшего актера. Вот это мы должны сейчас идти, по идее, давать зачет. Картошка. Дуэт быдла. В России прошел неофициальный конкурс на лучшего актера. О боги, где же я был? Сколько зависти сейчас от Дениса там. В России прошел неофициальный конкурс на лучшего актера. Победил Путин. Еще бы так играть премьер-министра.
Денис. И спасибо вам за ваше творчество. Что? В России прошел неофициальный конкурс на лучшего актера. А Михалков пришел на этот конкурс по воде. А вот что пишет там Юлия Жданова. В России прошел неофициальный конкурс на лучшего актера. Победителем стал молодой призывник Иванов. Что? Ну, это информация. Юлия Жданова знала об этом, мы нет, нам рассказали. Ну, я думаю, что мы все однозначно, конечно же, за то, чтобы деньги остались в банке. Потому что, на мой взгляд, это был вообще лучший ответ, и тем более так эмоционально исполнен. Спасибо. И подлизывайся. Дядя Витя, вас это не касается. Это Алексею, Алексею. Деньги остаются в банке. 168 тысяч рублей. И следующее письмо от Владимира Шпака. Если вас неудержимо потянуло на работу... Если вас неудержимо потянуло на работу... Сразу лупаните стакан спирта, как рукой снимет. Это был ответ зачет. Если вас неудержимо потянуло на работу... Значит, вы оператор порнофильмов. Новичок причем. Если вас неудержимо потянуло на работу... Значит, за вас проголосовало 70% населения России. Если вас неудержимо потянуло на работу... Подают зарплату! Чего ты смеешься? Это не для тебя шутка, а для тебя. Мы поняли, мы поняли. Я клеюсь. Мы поняли, от вас пахнет клеем. Заклей туфли. Хорошо. Вот что нам пишет Владимир Шпак. Если вас неудержимо потянуло на работу, значит сегодня день получки. Дядя Витя, видимо, и есть тот самый Владимир Шпак, либо это его друг. 28 тысяч. Я с тобой. Все в порядке. Спасибо. Мы с дядей Витей. Не обобщай. Как две капли. Мы с дядей Витей. Вы с дядей Витей всего лишь организм и больше ничего общего. Мне кажется, если на Бабанова воздействовать волшебным лучом и состарить его очень резко на сцене на 20 лет, это будет дядя Витя, как раз. Почти. Почти. Заткнись. Черт, я заражаюсь. Я заражаюсь, дядя Витя. Давайте послушаем, что скажет наш судья. Вы знаете, нам показалось, что в этот раз выиграл дядя Витя. То есть гладиаторы проиграли. То есть деньги уходят от дяди Вити в связи с этим телезрителю. Почему? 140 тысяч в банке и последнее письмо от телезрителя. Пишет нам Мирный. Доказано, что две параллельные прямые не пересекаются. Но это не так. Вопрос не из простых. Скажу честно. Дядя Витя, у нас вопрос есть. Где вы работали до тех пор, пока перестали? Я был официальным представителем Peugeot в России. А в каком городе? В каком городе? В России! Лера! Ты знаешь, что ты отчасти Шрек? Послушай, дядь Вить, ну столько комплиментов за весь вечер не слышала, за всю свою жизнь вообще. Ты beautiful! Ира, ты можешь нам помочь? Он женщин не кусает. Я потерял полметра! Я могу отвечать? Да. Ответ зачет. Доказано, что две параллельные прямые не пересекаются. Но это не так. Вы бы видели ноги моей бывшей, еще как пересекаются. Доказано, что две параллельные прямые не пересекаются. Но это не так. Если это не так, спрашивается, зачем надо было доказывать? Нечего делать, идите работайте. В стране нужны умные люди. Доказано, что две параллельные прямые не пересекаются, но это не так. Да, они пару раз как-то пересекались, но так при встрече они не вспомнят, что вот они были где-то в одном месте. Вот что пишет нам Мирный. Доказано, что две параллельные прямые не пересекаются, но это не так.
Ведь если ты идешь прямо, и тебе все параллельно, ты вполне можешь пересечься с себе подобными. Ну, как-то очень замудренно нам показалось у телезрителей, поэтому, ну, конечно же, в банке у ребят остаются деньги. В банке 140 тысяч рублей. С этим результатом мы заканчиваем второй раунд. Вернемся сразу после рекламы. Убойка на ТНТ. Оставайтесь с нами. Вы смотрите «Убойную лигу» на канале ТНТ. В жизни человеку импровизация нужна в двух случаях. Ну а если уже был первый секс, то только в третьем раунде. Мы начинаем третий раунд. Импровизация. В банке 140 тысяч, максимальная ставка 60 тысяч рублей. Как всегда, зрители задают ситуацию, ребята показывают миниатюры, судьи решают, сыграла ли ставка. Ваша ставка, участники. Мы ставим цифру, под которой Майкл Джордан играл в баскетбол. 41. Я не силен в баскетболе. 41 тысяча ставка принимается. Давайте же зададим ситуацию. Где? Где все будет происходить? День Победы. Какая школа? Школа танцев. Интересно. Школа танцев, интересно. Давайте решим, в школе танцев кто? Турчинск. Сразу на имена, да? Ну, это же одна миниатюра все. Давайте как-то пошире. Категория граждан. Военные в школе танцев. Бодибилдеры Турчинский. Странные танцоры. Дайте тогда возьмем танцы как широкую тему. И покажем случай, необычный случай, который может произойти с танцорами во время танца, на танцплощадке. Все. Понятно, да? Итак, необычный случай с танцорами. Значит так. Семья танцоров. Может. Я люблю говорить. Скакать будут они. Сынок, а? Вот воспитала. Ты. Как тебя зовут? А? Тогда мы сначала к концу. Дед, вы просто... Повысь язык у них. Яна! Что это за имя? Ай, красавец. Ты калмык? Ты знаешь, что у тебя за флаг на майке? Какая страна? Великобритания. Говоришь по-русски, дура. Sprechen Sie Deutsch. Фальшивомонетчица. Опайте. Так «Титаник» сходил со стапелей. Свое большое плавание. Итак, миниатюра «Казак в банке». Разбей сотку по полтахе. Нет денег. Блин. Необычный случай с танцором в Большом театре. Как прекрасно он танцует. Молодец. Прекрасно. Как же это здорово. Браво. Не высовывайся за кулисы. Да? Не высовывайся за кулисы. Да, аккуратно. Как хорошо мы его натренировали. Гений танца. Просто молодец. Просто гений танца. Какой же он, какой же он талант. Сухи, кто стекло в пуанты положил? Случай на дискотеке. Танцы. Привет. Привет. Ты одна здесь? Одна. И я один, прикинь, один-один. А как тебя зовут? Оля. А меня Коля, прикинь, Коля, Оля. Вот ты смешной. Пойдем выпьем? Угощаешь? Привет! Как тебя там? Очень странный случай, произошедший с танцорами.
господа, ну сколько можно, берете или нет? Хороший гроб. Да, конечно, берем. Не для эфира. Итак, назовем казус в Мариинском театре. Лебединое озеро. Скажите, когда начинать? Поехали! Мам, классный хомяк, берем. Гуляйте, кто-то гуляйте. Давай треугольником. Нет, нет, вот две. Да, лучше шахматный, наверное, порядок. Да. Итак, шахматный. Итак, дети, вы готовы? Да. Я не слышу, вы готовы? Да. Умнички. Подняли головы вверх. Красиво ручки по швам. И повторяем за Мариной. D-I-S-C-O, пара-па-пара-па, D-I-S-C-O, пара-па-па, поворотик, D-I-S-C-O, хлопочек, та-та-ра-та, D-I-S-C-O, па-пара-пара-па, D-I-S-C-O, пара-па-пара-па, D-I-S-C-O. Понимаешь, Лёх, если у нас еще английский так год будет идти, я нахер похудею. Да. Это были веселые танцы в третьем раунде. Итак, сыграла ли ставка? Ставка сыграла. Спасибо! Ставка 181! В банке 181 тысяча, который мы сейчас разыграем в суперфинале. Кто же у нас вышел в суперфинал? Меня хорошо слышно? Да, Михаил. Тогда дуэт «Быдло». И трио! Собственно, одно. Три сестры. Спасибо! Дуэт «Быдло» и трио «Три сестры» встречаются в суперфинале прямо сейчас. Сегодня в суперфинале у нас импровизация с крылатой фразой или крылатая импровизация. Суперфинал. Мы начинаем. Давайте начнем с темы. На корабле. Плывем. Аквапарк. Веселое такси. Что еще? Овощная грядка. Сауна. Но я почему молчу, потому что это все было уже. Гоп-стоп не было. 1 сентября в сауне. Давайте возьмем гоп-стоп, он действенней. Это будет основная тема. А давайте теперь выкрикнем крылатую фразу, которая должна венчать эту тему. На его месте должен был быть я. Он улетел, но обещал вернуться. Мне нравится это. Потому что на его месте должен был быть я и гоп-стоп. Это я представляю. А вот как гоп-стоп, и он улетел, но обещал вернуться. Есть место для фантазии, как от одного к другому перейти. Давайте так и сделаем. Тема импровизации гоп-стоп. А крылатая фраза «Он улетел, но обещал вернуться». Давай, вы готовы первое? Да. Прекрасно, у нас дуэт «Быдло» уже готов. Гоп-стоп, он улетел, но обещал вернуться. Итак. Итак, давайте представим. Очень ленивый гоп-стоп в очень ленивом автобусе. Эй! А? Дай кошелек. Падло. Дай.
Возьми сам в заднем кармане. Падла чё-то. Дай сигарет. Не курю. Почему? Падла. Ты чё, не местный? Местный, я вообще никуда не езжу. Я тебя ща ударю. Вот сейчас. Ай. Че? Мне в палу говорить? Ты че, борзый? А ты Коляна знаешь? Знаю. И чё, он улетел? Улетел, улетел. Обещал вернуться? Да обещал, обещал вернуться. Класс. Обязательно. Слушай, а чё, выкрут-то какой-нибудь придумаем вообще? Падлу. Да, я вообще не то слово. Я Игорь. Добрый день. Брэд Питла! На сцене трио «Три сестры». Дамы и господа, театральное трио «Три сестры» представляет постановку «Гоп-стоп в средние века». Едь на коне. Слышь, сударь, все понял. Дайте голубя письмо отправить. Он улетел, но обещал вернуться. Присядьте, переговорим. Ты кто вообще по жизни? Протестант. Ну да, глупый вопрос. Трубка курительная есть? Последняя. Последнюю даже страж не берет. С какого графства? С Йоркширского. Свой, значит. А министрелей каких слушаешь? Разных. А по что на латах Бетховен написано? Так это не мои, я свои постирал, у брата взял поносить. Серебро, злато, драгоценные каменья есть? Нет. А ты щу присвою? На рыцарском турнире за кого болеешь? За коней. Ага. Вы по что до меня досовокупились? А вы что доблестный такой? Вам... Лишения и тяготы нужны? Сейчас я вам это устрою. Довольно, довольно. Стража, слава. Курлы-курлы. Он обещал, и он вернулся. О-оу. Минуточку. Как там графиня? Графиня говорит, что, к сожалению, сегодня... прийти не сможет, потому что у нее чума. Да. Он что, до вас досовокупился? Немного. Одну минуточку, разрешите. Вы Робина знаете? Гуда? Хренуда. Робина Хренуда второго, с мельницы. Нет? Нет. Ну и покиньте нас. Покиньте, покиньте. Быстрее покиньте. А кто это такой? Робин Хренуд. Робин Хренуд? Понятия не имею. Но работает безотказно. Это была крылатая импровизация, суперфинал закончился. Уважаемые судьи, ваш вердикт. Нам тяжело далось это решение, потому что обе команды сейчас, на наш взгляд, были действительно оригинальны и, ну, клево. Сейчас выдержу паузу. Друзья мои, три сестры. Трио «Три сестры» побеждает в сегодняшней игре. Собирает 181 тысячу. Поздравляем, ребят.
Это было шоу «Убойная лига». Мы целый час вашим телевизорам дарили вам радость и веселье. Так что, если хотите отблагодарить нас, смотрите нас через неделю. А хотите отблагодарить телевизор, сотрите с него пыль. Леонид Школьник, «Убойная лига». Пока!